Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня брифинг посетили наши кубинские коллеги и друзья. Делегация, которая приехала с Кубы, непосредственно представляющая Министерство иностранных дел этого государства, была сегодня в Министерстве иностранных дел и будет еще в других российских государственных учреждениях. В частности, в МИДе мы проводили с нашими кубинскими коллегами, с руководителем пресс-службы МИД Кубы консультации плановые. Как вы знаете, мы их регулярно проводим, поэтому вот сегодня приветствуем наших, как я еще раз сказала, коллег и друзей в пресс-центре Министерства иностранных дел. Завтра, кстати говоря, мы планируем провести консультации с нашими китайскими коллегами, но уже в Пекине, о чем мы вас тоже проинформируем. Теперь позвольте мне по традиции начать брифинг с графика министра иностранных дел Российской Федерации. 23-25 ноября я хочу обрадовать наших коллег, журналистов из японских средств массовой информации. И вот и на вашей улице праздник. Об этом я могу сегодня уже сказать более детально, ответить на ваши предыдущие вопросы. Так вот, 23-25 ноября в соответствии с достигнутыми ранее двусторонними договоренностями состоится визит в Россию главы МИД Японии. В ходе своего пребывания в Москве господин Коно примет участие в очередном заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Я напомню, что сопредседателем с российской стороны является первый заместитель представителя правительства Российской Федерации господин Шувалов. А 24 ноября, завтра, состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой. Дополнительную информацию по предстоящим переговорам мы разместим на сайте Министерства иностранных дел. Также завтра состоится встреча в Москве в МИДе министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с спецпредставителем, спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии господином де Мистурой. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что были даны соответствующие комментарии заместителям министра иностранных дел Российской Федерации господином Гатиловым, который подтвердил эту встречу. И также сказал, что господин де Мистура будет принят в Министерстве обороны Российской Федерации. В общем-то, обращаю внимание на достаточно развернутый комментарий господина Гатилова по этой теме, чтобы не повторяться. Затем 28 ноября состоится общее собрание некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам», на котором членам совета предстоит обсудить и утвердить отчет о деятельности этой структуры за 2017 год и план работы на год следующий. Традиционно в данном мероприятии примет участие и выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он расскажет о приоритетных направлениях российской внешней политики в складывающейся международной обстановке, наших подходах по некоторым ключевым вопросам международной повестки дня и, конечно, ответит на вопросы участников собрания. Министерство ценит, высоко ценит эффективное экспертно-аналитическое взаимодействие с Российским советом по международным делам. Хотел бы напомнить, что в прошлом году эта структура отметила свое пятилетний юбилей. Совет наряду с другими неправительственными организациями международного профиля готовит высококачественную аналитику и иные материалы в интересах Министерства иностранных дел России, вырабатывает практически значимые рекомендации и уделяет большое внимание разработке инновационных идей и предложений. Ноября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится очередное заседание попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как вы знаете, эта тема находится на приоритетном, даже на контроле, и
характеризуется нами как приоритетная в работе Министерства иностранных дел, вообще, в принципе, в российской внешней политике. На заседании планируется подвести итоги работы фонда в 2016-2017 годах и выработать основные направления его деятельности в 2018 году с учетом реалий международной обстановки и, конечно, состояния дел в движении или, можно сказать, в сообществе наших соотечественников. Буквально несколько слов о деятельности и задачах фонда. Эта структура занимается поддержкой и защитой прав соотечественников, которые проживают за рубежом, является некоммерческой организацией, которая учреждена в исполнении указа президента Российской Федерации от 25 мая 2011 года. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормами международного права, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами России и другими действующими нормативно-правовыми актами нашей страны. За пределами Российской Федерации фонд осуществляет свою деятельность в соответствии законодательством соответствующих зарубежных государств. Целью этой структуры является оказание соотечественникам, которые проживают за рубежом, всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушений их прав, свобод, законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. 30 ноября в Минске состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Российскую сторону будут представлять министры иностранных дел России. Речь идет о Совете министров иностранных дел. По работе других структур, соответственно, их будут представлять глава Министерства обороны Российской Федерации и секретарь Совета безопасности Российской Федерации. Планируется обменяться мнениями о выполнении решений предыдущих сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ, обсудить практические аспекты взаимодействия в рамках этой структуры, в рамках организации договора коллективной безопасности. Министры, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят ряд документов, подготовленных к предстоящему саммиту ОДКБ, представят для подписания главам государств-членов соглашение о сотрудничестве в рамках ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности. 1 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Итальянскую республику с рабочим визитом, в рамках которого он проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии. В ходе беседы глав внешнеполитических ведомств будет продолжен политический диалог с прицелом на дальнейшее развитие многопланового российско-итальянского сотрудничества. Особое внимание будет уделено работе по реализации договоренностей, которые были достигнуты на встречах президента Российской Федерации с президентом Итальянской Республики в Москве в апреле и председателем Совета министров Италии в Сочи в мае. При рассмотрении внешнеполитических вопросов досье будут рассматриваться и обсуждаться пути урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, на Украине, ситуация на Корейском полуострове, проблематика взаимодействия с Италией в рамках многосторонних форматов, в том числе в ООН и ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также примет участие в работе третьей международной конференции «Средиземноморье. Римский диалог». Цель форума, он проходит уже не в первый раз, и не в первый раз российская делегация принимает в нем участие, но я повторю, цель форума – широкий обмен мнениями по комплексу проблем региона Средиземноморья, нарастающая нестабильность в этом регионе, к сожалению, только усиливает угрозы для международной безопасности в целом. В настоящий момент в Москве находится с визитом миссия Международного комитета по контролю над наркотиками, направленная для проведения мониторинга выполнения Россией положений международных антинаркотических конвенций 1961, 71 и 88 годов. Предыдущие визиты миссии в Россию осуществлялись в 2001-2005 годах. В текущий состав делегации вошли председатель комитета господин Верой Сумья из Таиланда и исполнительный секретарь председателя комитета Беате Хамонт, Германия, председатель
Международного комитета по контролю над наркотиками посетила Российскую Федерацию впервые. В рамках визита состоялись встречи членов миссии с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации господином Сыромолотовым, заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, руководством и экспертами Минпромторга, МВД и других структур. В ходе бесед и встреч обсуждались международная политика в области контроля над наркотиками, последние наработки Российской Федерации в сфере нормативно-правового регулирования противодействия незаконному обороту наркотических средств, роль гражданского общества в соответствующей деятельности, основные тенденции в области наркопотребления, а также вопросы противодействия вызовам незаконного культивирования, производства и оборота поставленных под международный контроль наркотиков. Сегодня миссию Международного комитета по контролю над наркотиками принимают в Минздраве Российской Федерации. Запланирована встреча со статс-секретарем, заместителем министра здравоохранения Российской Федерации господином Костейниковым, а также посещение Московского научно-практического центра наркологии. В рамках мероприятия будут обсуждаться национальные меры по предотвращению безрецептурного отпуска наркотических средств и психотропных веществ, а также проблематика лечения и реабилитации наркозависимых лиц. В контактах с представителями Международного комитета российская сторона подчеркивает незыблемость трех антинаркотических конвенций Организации Объединенных Наций, отмечает недопустимость пересмотра действующего международно-правового инструментария по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и неприемлемость инициатив по легализации наркотиков. В ходе состоявшихся встреч представители российских ведомств выразили обеспокоенность общемировым увеличением производства наркотиков и расширением незаконного оборота синтетических наркотических средств и новых психоактивных веществ. Наибольшую тревогу вызывает катастрофическое ухудшение ситуации с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане, где, согласно очередному докладу Управления ООН по наркотикам, преступность за 2017 год площади культивации опиевного мака увеличились более чем на 60%, составив 328 тысяч гектар. А производство опиатов возросло на 87% и достигло 9 тысяч тонн. Одновременно была акцентирована важность оперативного пресечения наркотрафика из Центральной Азии, а также выявление и перекрытие каналов незаконных поставок синтетических наркотиков европейского, украинского и азиатского происхождения. Также я хотела бы отметить, что помимо государственных структур и официальных представителей исполнительной власти, состоялись встречи также с неправительственными организациями, в частности НКО «Национальный антинаркотический союз». Теперь мы переходим к актуальной повестке, международной повестке и аспектах российской внешней политики. Начинаю также по традиции с развития ситуации в Сирии. В этом государстве продолжается завершающий этап ликвидации военно-политического очага ИГИЛ. При поддержке ВКС России вооруженные силы Сирии зачищают от игиловцев населенные пункты, о чем вас регулярно информирует российское оборонное ведомство. Армия Сирии при поддержке российской авиации ведет наступательные действия вдоль западного берега реки Евфрат. Флаг Сирии был поднят над городом Аль-Курайя в провинции Дейр-Зор к югу от города Маедин. Правительственные войска освободили населенные пункты Субайха, Даблан, Гариба к югу от Ашараха, а также Джадлас, Сафсаф, Аджаджа, месторождения в Варди и руины Дурай-Европос к западу от Сальхин. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что сирийские военные организовали доставку медикаментов, воды и продуктов питания в освобожденные от боевиков города. Ликвидация террористов, создание и функционирование в рамках Астанинского процесса зон деэскалации в значительной мере способствовали улучшению обстановки в этой стране. Эти позитивные перемены требуют при этом поддержки
на треке политического регулирования, а также наращивания международной гуманитарной помощи, содействия разминированию, восстановлению объектов социально-экономической инфраструктуры. Только таким путем можно обеспечить необратимый и долгосрочный характер стабилизации в Сирии. Я также хотела вас проинформировать о том, что продолжается подготовка к реализации российской инициативы о созыве Конгресса сирийского национального диалога. По нашей с вами договоренности о конкретных деталях мы вас будем информировать по мере поступления конкретной информации. И также я хотела бы еще раз напомнить о том, о чем широко информировали средства массовой информации вчера и сегодня о встрече, которая состоялась 22 ноября в Сочи. В ходе этого мероприятия президенты России, Турции и Ирана призывали представителей правительства Сирии, оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства принять конструктивное участие в Конгрессе. И я хотела бы отметить, что, честно говоря, нас удивило то, как тема очень важных, принципиально важных для будущего Сирии переговоров, которые прошли вчера в Сочи, нашла просто минимальное отражение в ряде западных средств массовой информации. Но, честно говоря, мы очень удивились тому, что, например, Евроньюз, в принципе, уделил этой теме всего 1,5 минуты. Саммит лидеров трех стран, полностью посвященный проблематике сирийского регулирования, в рамках которого обсуждались дальнейшие шаги по обеспечению нормализации обстановки в стране, не только в одной стране, но в целом регионе, а ситуация в регионе напрямую имеет влияние на ситуацию на европейском континенте, делам которого в основном и посвящена трансляция и новостные блоки Евроньюз. Так вот, став одной из ключевых тем российских и других мировых СМИ, но Евроньюз уделил ему всего лишь буквально меньше 2 минут эфирного времени с минимальным и очень поверхностным взглядом на суть переговоров и принятых заявлений. Конечно, вызывает сожаление, что журналисты Евроньюз, так охотно, обычно освещающие и боевые действия, и иногда даже, знаете, складывается ощущение, что смакуя вот эти кровопролития, которые там имеют место, лишь пунктирно обозначают процесс мирного урегулирования и те положительные моменты, к которым так долго шло мировое сообщество. Ну, мы очень надеемся, что это какая-то, может быть, не столько политическая ангажированность канала, может быть, какими-то техническими моментами вызвано столь скудное освещение принципиально важного мероприятия. И также еще один материал, посвященный ситуации в Сирии, в регионе в целом. Я хотела бы сказать о перспективах совместного механизма расследования ОЗХО ООН. Формально этот механизм, совместный механизм, прекратил свое существование 16 ноября в связи с истечением продленного в 2016 году Советом Безопасности ООН годичного срока полномочий. Проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении и усилении мандата этой структуры, подготовленный Россией и Китаем и поставленный на голосование Боливии, заблокировали Соединенные Штаты Америки и их союзники. Тем самым именно они, собственно говоря, добили и так уже в значительной степени дискредитировавший себя механизм. В такой ситуации абсолютно бессмысленно пытаться реанимировать эту структуру, этот механизм, который за 2 с лишним года своего существования так и не смог создать необходимый экспертный потенциал и технический инструментарий для проведения профессиональных и объективных расследований случаев применения химического оружия в Сирии, оказался не в состоянии противостоять беспрецедентному политическому давлению Вашингтона и других западных партнеров
Соединенных Штатов Америки. На данном этапе речь могла бы еще идти только о создании качественно новой структуры, которая при осуществлении следственных действий неукоснительно бы руководствовалась правилами и процедурами, определенными Конвенцией о запрещении химического оружия, приложением к последней по верификации и другими нормативными документами ОЗХО. Это, разумеется, предполагало бы необходимость обязательного посещение мест химических инцидентов и соблюдение основополагающего принципа обеспечения сохранности вещественных доказательств, так называемого chain of custody. Об этом мы говорили неоднократно, об этом мы говорили на протяжении всего времени существования этого механизма. Собственно говоря, к такому ведению расследования мы и призывали. Очевидно, что обновленному следственному механизму пришлось бы поработать также и над уже допущенными ошибками, а именно провести дополнительные расследования по меньшей мере двух инцидентов в Хан-Шейхуне в апреле этого года и в Сармине в марте 2015 года. Но уже в полном соответствии с высокими стандартами КЗХО и, конечно, без политической ангажированности, которая была присуща работе этого механизма за прошедший период. Мы были бы готовы к заинтересованному и конструктивному диалогу по этому вопросу с партнерами в Совете Безопасности ООН при условии надлежащего учета обозначенных нами красных линий. Да, если можно, на секунду. Спасибо. И об этом мы тоже скажем. Следующая тема, которой я хотела бы остановиться, это развитие ситуации в Ливане. 22 ноября, в день, когда Ливанская республика отмечает свой национальный праздник, в Бейрут возвратился премьер-министр государства господин Харири. Праздничные мероприятия вылились в манифестацию солидарности ливанцев, которые в очередной раз проявили решимость отстаивать суверенитет и независимость своей страны от попыток внешнего давления. Беспрецедентная консолидация ливанского общества при всем его политическом и этноконфессиональном многообразии в период трехдневного отсутствия премьер-министра явилась своего рода общенациональным вотумом доверия возглавляемому им коалиционному правительству. Выверенные шаги президента Ливана, одобренные всеми ведущими ливанскими политиками, позволили Ливану дополнительно заручиться поддержкой мировых столиц, в том числе которых была и Москва. Как вы помните, министр иностранных дел и по делам иммигрантов Ливана посетил российскую столицу и, как мы сообщали ранее, провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Москве рассчитывают на то, что внутриполитический баланс, достигнутый в Ливане в конце прошлого года после избрания президента и назначения премьер-министром господина Харири, будет сохранен. Это внутриливанская договоренность, которую Россия в свое время приветствовала, позволила преодолеть так называемый вакуум власти в Ливане и обеспечить решение целого ряда острых вопросов национальной повестки дня, включая ликвидацию очага международного терроризма в районе Ливана-сирийской границы. Достигнутые тогда межливанское взаимопонимание остается важнейшим стабилизирующим фактором, укрепляющим единство страны. Мы убеждены, что продолжение эффективной работы Кабинета министров во главе с премьер-министром Харири отвечало бы интересам безопасности, стабильности в Ливане, обеспечило бы нормальное функционирование госинститутов, подготовку и проведение парламентских выборов в мае будущего года. Еще одна волнующая средства массовой информации и мировое сообщество тема ситуации в Республике Зимбабве. После того, как 21 ноября господин Мугабе сложил в себя полномочия президента Зимбабве, правящая партия выдвинула на эту должность бывшего вице-президента господина Нангагву. Приведение его к присяге запланировано на 24 ноября. Рассчитываем на продолжение нашего разнопланового взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с Хараре как в двустороннем формате, так и на международной арене. Отмечаем конструктивные усилия стран-соседей
Зимбабве, членов субрегиональной организации сообщества развития Юга Африки, оказавших содействие в урегулировании возникших в последнее время внутриполитических проблем в этом государстве. Мы получили вопрос, в том числе от балканских средств массовой информации, в частности, сегодня утром были получены эти вопросы, с просьбой прокомментировать обвинительный приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Младича. Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБУ. Искусственно взятая трибуналом за основу такая однобокая антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах. Гаагский трибунал, это наша оценка, о которой мы с вами говорили, которой мы с вами делились, объективно не справился с главной задачей беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных в тягчайших злодеяниях периода соответствующего конфликта. Более того, оправдавшее их вопреки имевшимся доказательствам выборочное правосудие МТБУ дало ряду лиц просто такую, знаете, своеобразную путевку в политическую жизнь и предоставило свободу, которой никогда не будет у безвинных жертв. Показательно, что МТБУ, а вслед за ним и копирующий его ошибки суд Боснии и Герцеговины, не усмотрели состава преступлений в действиях печально известного башнякского полевого командира Орича, боевики которого в 92-94 годах укрывались в Сребренице и совершали оттуда нападения на мирное сербское население. Такая ущербность логики трибунала проявляется также и в том, что, объявляя Младича виновным в удержании ООНовского персонала на оборонных объектах для их защиты от натовских бомбардировок, МТБУ вообще не упоминает о противоправном характере силовых операций НАТО на Балканах. Я напомню, они в результате этих противоправных действий, операций и атак Североатлантического альянса погибли гражданское население, погибли люди, дети. Они привели к масштабным разрушениям, и никто на Западе за эти варварские акции так и не ответил. Трибунал оказался далек и от общепринятых стандартов в вопросах обеспечения сроков судопроизводства и фундаментальных прав на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь. Мы вновь обращаем внимание, что судебная палата МТБУ в мае нынешнего года отказала в удовлетворении ходатайства о временном освобождении Младича для цели его лечения в России, несмотря на то, что российская сторона предоставила исчерпывающие гарантии. Мы ожидаем прекращения деятельности МТБУ до конца 2017 года, о чем мы тоже неоднократно говорили. Мы рассчитываем, что остаточный механизм при рассмотрении всех переданных трибуналом дел, включая возможную апелляцию по приговору Младичу, проявит максимальную эффективность, а также профессионализм и непредвзятость, которые так необходимы для обеспечения мира и стабильности на Балканах. Мы также обратили внимание на появившиеся в сербских средствах массовой информации комментарии командующего силами США в Европе генерала Ходжеса. В очередной раз он произвел такие шаблонные обвинения в адрес российско-сербского гуманитарного центра в Нише. Он высказался в том плане, что эта структура является якобы лишь фасадом, за которым скрывается нечто иное, и американский военный высказал пожелание посетить
соответствующий центр, Российско-сербский гуманитарный центр. Я хотела бы напомнить, что недавно этот центр принимал заместителя военного атташе при посольстве США в Белграде, который имел возможность лично ознакомиться с центром, убедиться в том, что его деятельность преследует исключительно гуманитарный характер. Вот после этого, после того, как официальный представитель Соединенных Штатов Америки не просто побывал, мог задать все вопросы, посмотреть, изучить все на месте, очередные попытки раскручивать эту так называемую шпионскую тему выглядят, мягко говоря, абсурдно. Тем не менее, мы были бы готовы принять господина Ходжеса в Российско-Сербском гуманитарном центре. И с учетом нашей открытости ожидаем, что и американская сторона на основе взаимности и в порядке элементарной вежливости пригласит российских и сербских представителей на военную базу в Косово. Напомню, она называется «Бонстил». Несмотря на то, что этот объект создавался в порядке реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1244, американские партнеры не горят желанием пролить свет на истинные цели функционирования этой структуры. И, честно говоря, у нас возникает вопрос, он возникает не только у нас, а у всех тех, кто более-менее следит за тем, что происходит в регионе. Не в этом ли кроется одна из причин информационной кампании вокруг российско-сербского центра в городе Нише? Я хотела бы сказать несколько слов о годовщине памяти жертв голода 30-х годов 20 века на территории Советского Союза. 25 ноября на Украине отмечают День памяти жертв Голодомора, погибших в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века. В Киеве настойчиво пытаются представить эти трагические события как... Там их называют как геноцид украинского народа. Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный и, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, когда так подается тема, цель одна – посеять раздор между народами России и Украины. Я хотела бы напомнить, что в начале 30-х годов 20 века голод, возникший в результате засухи и насильственной коллективизации, также раскулачивания, охватил помимо Украины, Белоруссию, Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Южный Урал. По разным оценкам, погибло от 2 до 8 миллионов человек. Эти события являются общей трагедией русских, украинцев, казахов, других народов страны и, конечно, крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории Советского Союза. Поэтому все разговоры о некой целенаправленной политике уничтожения украинской нации противоречат историческим фактам и являются циничной спекуляцией на памяти миллионов жертв просто в угоду политическим интересам. Россия и международное сообщество уже давали оценку этой трагедии. Я хотела бы напомнить, что наряду с заявлением Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, оно называлось «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР», были приняты совместные документы на Генеральной Ассамблее ООН, в ЮНЕСКО. Но, к сожалению, Киев... Официальный режим этого государства продолжает придавать данной теме совершенно иное ложное звучание. Печально, что наши коллеги из Госдепартамента США отметились на днях заявлением на тему Голодомора. Это заявление полностью искажает историю. В частности, они заявили, что политика советского государства была якобы направлена лишь против украинцев. Ну, просто таким образом в Вашингтоне фактически оскорбили память погибших, среди которых, как мы уже неоднократно на протяжении многих лет подчеркиваем, были представители многих народов, которые населяли Советский Союз.
Но, как мы теперь уже понимаем, их трагическая судьба авторов этих заявлений просто не волнует. Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Вот это мне так, это так предоставили наши эксперты, такую формулировку. Призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные. Я бы позволила себе сказать проще, просто начать изучать исторические данные. Тут уже не о внимательности говорится. Уже надо ставить речь о том, что в принципе, делая подобные заявления, люди практически не знают фактуры. Если наконец-то наши коллеги в Госдепартаменте начнут читать исторические документы, хотя бы в пересказе, это позволит избежать подобных абсурдных заявлений, которые просто идут вразрез с реальностью. Еще одна тема, о которой я хотела бы сказать. К сожалению, вынуждена это комментировать, как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами, зачастую и без какого-либо внятного объяснения причин, мы расцениваем запреты на въезд в Республику Молдова российским журналистам, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента и просто гражданам. К сожалению, эти случаи становятся, не идут на убыль, их количество не идет на убыль, к сожалению, становится все больше. Среди последних это, конечно, вопиющий случай, не пропуск делегации города Москвы, направлявшейся в Молдавию с целью развития межрегиональных связей, собственно говоря, за продвижение которых, особенно в сфере экономики, вроде бы выступает молдавская сторона. Наложен запрет на въезд известному российскому политологу господину Делягину, историкам Шкундину, Суржику, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Асламовой, главному редактору газеты «Аргументы и факты» Чернику. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи, многие другие российские представители из самых разных сфер. Такие действия вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России, становятся просто серьезным раздражителем в двусторонних отношениях, ставят под угрозу экономические, деловые, культурные, научные и просто человеческие связи. Создается впечатление, что Кишинев изо всех сил пытается продемонстрировать свою лояльность неким западным партнерам в расчете на, опять же, наверное, возможно, какие-то политические и финансовые бонусы. Иначе логику понять очень сложно. Особое сожаление вызывает то, что такие действия молдавских властей кое-где уже получают такое развитие на провинциальном уровне. Так, на днях в центральном парке города Фалеште произошел абсолютно экстраординарный и безобразный случай. Был осквернен памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я просто напомню, опять же, может, кто-то не знает или забыл, с его именем, с его творчеством, с историей его жизни много связано непосредственно в Молдавии. Чем Пушкин не угодил, понять сложно. Мы, конечно, решительно осуждаем этот акт вандализма, призываем власти Молдавии, которые на словах выступают за развитие отношений с Россией, провести тщательное расследование и, конечно, восстановить памятник. Отрадно отметить, что произошедшее уже вызвало такую настоящую сильную, по-настоящему сильную реакцию со стороны целого ряда общественных объединений и, конечно, подавляющего большинства граждан Молдавии. Переходим к следующим темам. Я хотела бы проинформировать, что и сказать несколько слов о введении новой формы визы для въезда в Россию. Соответствующие комментарии уже давались по линии соответствующих структур, но я хотела бы сделать это еще раз, пользуясь возможностью прямого общения с вами, с представителями зарубежных средств массовой информации. Хотелось бы проинформировать, что федеральным законом от 7
июня 2017 года о внесении изменений в федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, статью 6 федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации внесены изменения в федеральный закон от 15 августа 1996 года о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, регламентирующие в частности выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых территориальным органам МВД России принято положительное решение о выдаче разрешения на временное проживание в России. Как и ранее, российские консульские загранучреждения выдают соответствующие визы на 4 месяца, а территориальные подразделения МВД России продлевают или выдают новые визы для указанной категории граждан на срок действия разрешения на временное проживание. Разница состоит лишь в том, что теперь российские консульские загранучреждения будут оформлять визы в целях получения разрешения на временное проживание, а территориальные подразделения МВД России визы временно проживающего лица при выдаче РВП. При этом форма визы не изменилась. В соответствии с пунктом 52 постановления правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, она является визой на машиночитаемом визовом бланке. Теперь мы, к сожалению, вынуждены вновь коснуться темы памятников советским воинам, героям Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, подвергаются бесконечным осквернениям, актам вандализма в ряде стран. При этом мы, конечно, и отмечаем и обратную реакцию. Вот мы хотели бы сегодня обратить внимание и высказать благодарность чешскому руководству, жителям страны за бережное отношение к памяти воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от нацистских захватчиков. Такая позиция ярко проявилась на митинге 21 ноября в чешской столице. Он был посвящен 120-летию со дня рождения маршала Конева. В нем приняли участие известные чешские политики, представители муниципалитетов, ветеранских общественных организаций. Все они высказались за сохранение памятника в первозданном виде, то есть без всяких так называемых информационных табличек, не имеющих никакого отношения к историческим событиям, в связи с которыми этот памятник был установлен. Надеемся, что в развитии этой ситуации возьмет верх здравый смысл, историческая справедливость и благодарность человеку, чью роль в освобождении Праги от фашизма просто трудно переоценить. Но есть и другие, к сожалению, новости, другая информация из других стран. Вот я хотела бы прокомментировать ситуацию вокруг советского мемориального наследия в Польше. Обстановка вокруг нашего мемориального наследия в этой стране, несмотря на неоднократные призывы к властям государства одуматься, прекратить войну с памятниками, остается крайне неблагополучной. С подачи официальной Варшавы продолжается перекройка исторического и архитектурного ландшафта с целью просто стереть из общественного пространства и памяти поляков объективное представление о событиях Второй мировой войны. Такое положение вещей побуждает муниципальные власти принимать решения о сносе монументов и стимулирует местных вандалов к соответствующим действиям. Возмущены намерением администрации города Старгард, западно-поморское воеводство, приступить к демонтажу памятника Победы, установленного в благодарность Красной Армии за ее вклад в разгром фашизма и освобождение польской земли от гитлеровской оккупации. Мы решительно осуждаем очередную выходку вандалов, которые осквернили памятник советским и польским десантникам в Великопольском воеводстве. Как видно из этих примеров, только сегодняшних, но их, к сожалению, много, кампания против нашего военно-исторического наследия в Польше набирает обороты. И происходит это фактически, к сожалению, с благословения либо при
полном бездействии польского государства. По-прежнему считаем такую политику пагубной для двусторонних отношений. Если в Варшаве собираются когда-нибудь изменить свой деструктивный курс применительно к России, там должны помнить, что сделать это на руинах наших памятников будет весьма проблематично. Я хотела бы подчеркнуть, что когда мы говорим слово «наших памятников», ведь мы действительно говорим о наших общих памятниках. Речь идет о солдатах, которые спасали жизнь поляков, и речь идет о памятниках, которые установлены в честь как советских, так и польских воинов. Я также хотела бы прокомментировать разбирательство в Литве по поводу памятника красноармейцам в Вильнюсе. Это далеко не первый случай, связанный с законодательным запретом на использование в Литве советской символики. На этот раз литовские власти придрались к пятиконечной звезде на надгробии, установленном на кладбище в городе Вильнюс, на месте перезахоронения 7 советских солдат, погибших, освобождая Литву от фашистских захватчиков. Обратил также на себя внимание русофобский выпад руководитель департамента культурного наследия при местном Минкультуре. Он назвал установку памятника, цитирую, «информационной атакой на Литву». Подобного рода заявления не могут не вызывать возмущение, и дело не только в памятнике и символах, а в просто недостойном отношении к памяти воинов-освободителей, продолжающихся попытках со стороны литовских властей переписать нашу совместную историю и исказить правду о событиях тех лет. К сожалению, для Литвы, руководство которой демонстрирует открытую враждебность в отношении нашей страны, в последнее время такая ситуация все чаще становится нормой, а не исключением из правил. Вы знаете, вот еще я хотела бы прокомментировать две темы, вопросы, по которым мы получили в преддверии брифинга. Почему-то очень много вопросов, хотя уже эту тему комментировали, поступило относительно того, относительно якобы наличия у России и проведения ею некой курильской дипломатии. Целый ряд изданий спрашивала. Честно говоря, такая формулировка вызывает какое-то недоумение. Готова заверить, что никакой так называемой курильской дипломатии мы не занимаемся. Что касается хода реализации достигнутых на высшем уровне российско-японских договоренностей о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах, то стороны в настоящее время продолжают проработку конкретных параметров проектов по согласованным лидерами двух стран направлениям. Я хотела бы еще раз напомнить, речь идет о морекультуре, ветроэнергетике, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора и организации пакетов туристических поездок. В этих целях в рамках основного переговорного формата на уровне заместителей министров иностранных дел созданы две рабочие группы по коммерческим и процедурно-визовым вопросам, первое заседание которых планируется провести до конца года. Об этом мы вас тоже проинформируем. Поэтому вот такая формулировка, которая используется, честно говоря, мне кажется, что она даже как-то совершенно не нами и нами не применяется, и не уверена, что она имеет под собой какое-то основание. Поэтому какой курильской дипломатией мы не занимаемся, но мы занимаемся культурной дипломатией. Вот буквально один пример. Завтра в Пекине при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры нашей страны и администрации Костромской области на площадке одного из крупнейших столичных театральных комплексов Grand Theater состоится премьера спектакля русского национального балета «Кострома» в рамках международного проекта «Мировое турне. Танцевальная увертюра мира». Как заявили организаторы, подобное мероприятие призвано расширить рамки культурного и гуманитарного сотрудничества, и оно пройдет в рамках взаимодействия стран БРИКС. И еще один вопрос, который мы получили, он пришел от тоже целого ряда средств массовой информации. Нас попросили прокомментировать заявление руководства компании Google в отношении российских средств массовой информации, в частности,
телеканала «Раш-Тудэй», агентство «Спутник». По сообщениям средств массовой информации, в ходе недавнего выступления на форуме Галифакса по международной безопасности председатель совета директоров холдинга «Альфабет», в который, собственно говоря, и входит компания Google, Эрик Шмидт, заявил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы понизить телеканал «Раш-Тудэй» и агентство «Спутник» в трансляции новостей на ресурсе Google News. Когда был задан соответствующий вопрос от журналистов, господин Шмидт ответил, вопрос касался того, почему новости «Спутника» отображаются в поиске. Господин Шмидт сказал, что компания работает над обнаружением подобных вещей и понижением таких сайтов в новостной выдаче. Вот в этой связи мы хотели бы, отвечая на поступившие нам вопросы, акцентировать и привлечь даже внимание или вообще поставить вопрос относительно того, что такое искусственное ранжирование поисковой выдачи или деранкинг, новое слово, которое, к сожалению, я чувствую, станет, по крайней мере, его упоминание станет у нас не редкостью. Это просто прямая цензура и нарушение основополагающих принципов свободы слова. Такого рода практика, в случае ее введения или введения, будет противоречить и здравому смыслу, и праву человека на свободный доступ к информации в сети интернет. И очень важно, что это непосредственно бьет по нормальной, здоровой конкуренции, которой занимаются средства массовой информации. Вот той самой конкуренции, которая является основой демократического устройства общества, залогом его развития, вот по этой самой конкуренции это наносит непосредственный удар. Если в очередной раз мы услышим или нам будут говорить о том, что речь идет о решениях частных компаний, что это их решение акционеров или руководство компании, которое они принимают самостоятельно, я всем советую внимательно послушать, может быть, еще раз переслушать или пересмотреть очень такое, знаете, действительно жесткое видео, и можно в аудиоформате это сделать, такой, знаете, жесткий допрос, который был устроен конгрессменами США, представителем компании Google, Facebook и Twitter. Я думаю, что после просмотра этих материалов все станет понятно, как принимаются решения частными компаниями. Помимо всего прочего, у нас есть собственная информация о том, что эти решения принимались под давлением. Да, они принимались частными компаниями, но на них оказывалось сильнейшее политическое давление. Google выпустил заявление о том, что не занимается деранкингом отдельных сайтов. Знаете, это уже похоже на какую-то игру в хорошего и плохого полицейских, доброго и злого. Вот сейчас главное понять, кто там добрый, а кто злой. Я хотел бы напомнить, что непосредственно господин Шмидт, который является главой Alphabet, а именно материнской компании Google, напрямую сказал, что компания этим занимается. Вот кому из них верить? Для чего подается информация, разная информация на разные аудитории? Ведь это же так несложно проверить, так несложно сопоставить цитаты. Выводы делайте сами. Мы, конечно, фиксируем это и понимаем, что речь идет о глобальном наступлении на свободу средств массовой информации и на непосредственно распространение самой этой информации. Я при этом хотела бы отметить, что с одной стороны, частные компании под явным политическим давлением занимаются модерированием официальных средств массовой информации, у которых есть соответствующая правовая основа для деятельности, которые зарекомендовали себя профессиональными, открытыми, свободными средствами массовой информации, чьи журналисты работают в горячих точках, чьи корреспонденты добывают действительно важный, судьбоносный материал для понимания ситуации в зонах конфликтов, причем делают это многие годы. Вот в отношении этих
компаний, этих средств массовой информации, происходит такое, знаете, такая селекция информационная. Их рассматривают под лупой, их это уже не критикуют, их просто обзывают всячески и делают все, чтобы максимально выдавить с информационного рынка. Что, собственно говоря, происходит? При этом, как вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что вот этот пресловутый сайт «Миротворец», в котором выкладываются персональные данные журналистов украинских, российских, зарубежных, которые освещали события и освещают события в Донбассе, берут интервью у российских представителей, вообще каким-то образом не так, как хотелось бы киевскому режиму освещают события в связи с внутриукраинским кризисом. Так вот, этот сайт выкладывает их персональные данные, включая адреса, паспортные данные, мобильные телефоны и так далее. После этого эти журналисты получают угрозу. Так вот, этот сайт, как мы в прошлый раз сказали, переехал с украинских на американские сервера. Я хотела бы сказать, что на настоящий момент мы передали информацию, не просто информацию, а ноту в Госдеп Соединенных Штатов Америки. В ноте содержатся характеристики этого портала. Также мы в этом документе содержится требование отказать ему в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадали уже не, пострадал не один журналист. На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но эту тему мы будем держать на особом контроле. И вот опять же почувствуйте разницу, да, вот это пристальное ведение из практически такая, знаете, мировая слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, любой информации, которую они распространяют, максимальное создание такой атмосферы нетерпимости к российским средствам массовой информации и абсолютное бездействие в отношении сайта, который противоречит всем нормам такой и корпоративной этики, и вообще противоречит нормам столь тщательно оберегаемым всем, не только западным, но и всем сообществом, которое касается охраны и безопасности работы журналистов. Я думаю, что на этом вступительная часть у меня подошла к концу. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Благодарю. Время Ерева. Я к вопросу о визите господина Лаврова в регион, вот в Баку и в Ереван. По этому поводу возникает такой вопрос. Ранее некоторые средства массовой информации, тамошние, региональные, как азербайджанские, так и армянские, утверждали о наличии некого плана Лаврова в разрешении Карабахского кризиса, что неоднократно было опровергнуто, в том числе и самим господином министром. На сей раз, так сказать, взято выше, если можно так выразиться. Ряд азербайджанских средств массовой информации опубликовали сообщение о том, что господин Лавров привез в регион некий план Путина по урегулированию этого конфликта. Вот как бы вы это прокомментировали? Ну, я бы это прокомментировала только одним образом, что мы всегда рекомендуем всем, безусловно, сохраняя свой творческий подход к изложению новостей, все-таки иногда пользоваться и по возможности делать это часто информацией первоисточника. Вы правильно сказали, что неоднократно комментировалась эта тема. Мы комментировали эти визиты до, во время и после. И однозначно давали ответ на этот вопрос. Поэтому еще раз, у нас работает сайт Министерства иностранных дел, он даже не сайт, это большой портал. У нас проходят брифинги, у нас проходят пресс-конференции. Мы всегда детально, до мельчайших подробностей, конкретно отвечаем на все поставленные вопросы. Поэтому вот хотя бы, чтобы эта наша позиция упоминалась, уже будет хорошо. То есть иногда, так сказать, полет мысли авторов, он настолько стремителен, что его остановить невозможно, может быть, и не нужно. Но, по крайней мере, вот в этих публикациях хотя бы просто для приличия упоминать о том, что есть и официальная российская позиция, которая излагается на этот счет и которая предельно ясная и четкая.
Да, пожалуйста. Добрый день, Корейская телерадиовещательная компания. Вопрос такой. Спустя 9 лет Соединенные Штаты Америки снова включили КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Как Россия оценивает, скажется ли это негативно на возможности какого-то диалога между КНДР и США и КНДР и Южной Кореей? Спасибо. Вы знаете, наверное, у тех, кто принимал это решение в Соединенных Штатах, была какая-то своя внутренняя мотивация, потому что, как известно, подобные действия внутри Соединенных Штатов влекут к каким-то следующим шагам, действиям, акциям и так далее. Здесь сложно мне комментировать. Я думаю, что тут нужно обращаться к американским коллегам с вопросом, для чего они сделали это. Если говорить о той значимости этого шага не для, так сказать, внутреннего потребления, а для внешнего потребления, то это, конечно, больше похоже на какую-то такую очередную акцию устрашения, на некую такую, знаете, очередную информационно-пиаровский ход. В данном случае надо заниматься непосредственно дипломатической работой, которую нужно направлять на урегулирование ситуации, конечно, на снижение градуса напряженности. Вот я думаю, что ответ на вопрос, содействуют ли такие действия снижению градуса напряженности, он очевиден, не содействует. Есть возможность ведения дипломатических переговоров в двусторонних, многосторонних форматах. Есть возможности у Соединенных Штатов Америки, у других государств делать все для того, чтобы не доводить ситуацию до какого-то предела, к которому ее очень активно подвигают целый ряд политических деятелей. И мы неоднократно излагали наши подходы к этому. Мы говорили о том, что это подобное ведение дел, подталкивание ситуации вот к этому краю, это действительно может закончиться к большой катастрофой не только регионального, но и общемирового масштаба. И, в общем-то, в этом русле идут наши оценки. Да, пожалуйста. Магистр Вестник Кавказа. Как МИД России оценивает грядущее подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза на саммите «Восточное партнерство»? Что означает эта ассоциация Армении с ЕС для российско-армянских связей? Мы развиваем наши отношения с государствами, в частности с Арменией, и делаем это на взаимовыгодной основе. При этом понимаем, что у каждой страны есть свои внешнеполитические интересы, цели, задачи, и уважительно к этому относимся. Поэтому мы провели большой комплекс таких внешнеполитических мероприятий на направлении нашего взаимодействия с Ереваном. Вы видели, прошли целый такой блок переговоров на самом высоком уровне, на уровне глав внешнеполитических ведомств, были открыты соответствующие экспозиции, были сделаны соответствующие заявления и так далее, и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, так. А при этом каждое государство имеет свои внешнеполитические мероприятия, которые соответствуют концепции развития собственных внешнеполитических доктрин. Да, пожалуйста. Адам, агентство САНА. Мария Владимировна, известно, что Владимир Владимирович Путин после его встречи с президентом Асадом, он связался со всеми руководителями стран, играющие основную роль в сирийскую проблему, в том числе и с Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И вроде в течение часа говорили обо всем и договорились обо всем. И вчера буквально и сегодня Госдеп Соединенных Штатов заявляет о том, что последнее слово остается за Соединенными Штатами, которые собираются создавать свой
протекторат на северо-востоке страны. Как вы прокомментировали эту двоякую позицию Соединенных Штатов? Вы знаете, я, честно говоря, по поводу протектората хотела бы сказать, что эта позиция какая-то очень странная, потому что, как мы неоднократно слышали от официальных представителей Соединенных Штатов на всех уровнях и всех администраций, что США находятся в Сирии исключительно с одной целью, а именно борьба с терроризмом. Ни о каких других целях протектората, не знаю, нахождение там с культурно-гуманитарной миссией никто никогда не говорил. Всегда заявлялось только одно, что исключительная цель нахождения США в Сирии, на территории Сирии, хотя она незаконна, хотя она не имеет правовых оснований, но она объясняется такой непримиримой борьбой Вашингтона с террористами, экстремистами и так далее. Вот это были вот эти заявления, они делались публично, они такие же заявления или такие же объяснения давались в ходе двусторонних переговоров в Совете Безопасности, мы все это слышали. Поэтому, когда начинаются вот эти нюансировки, которые мы слышим, то по линии американского оборонного ведомства, то по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки, они могут вызывать только удивление. Но там много что вызывает удивление. Поэтому я не думаю, что нужно, наверное, комментировать каждое слово, хотя, как вы правильно сказали, оно может быть заявлено американской стороной как последнее, а потом после этого последнего слова будут еще слова, мы это тоже видели неоднократно. Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были сделаны, еще раз говорю, на уровне президента Соединенных Штатов, госсекретаря, о том, что единственной целью нахождения США в регионе является борьба с терроризмом. Мы неоднократно призывали американских коллег, а также коалицию, которую возглавляют, сформировали и возглавляют Соединенные Штаты Америки, сконцентрироваться именно на этой задаче. Вот, собственно говоря, в этом и есть наша позиция. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна. Эдвард Чесноков, «Комсомольская правда». Вопрос следующий. Слева. Ну, слева, справа. Сегодня у нас левый уклонизм или правый. Вопрос следующий. Неожиданный, да, вопрос. Несколько удар дней, будет справа. Да, несколько дней назад британское посольство в Иордании приняло на работу кота, который ведет твиттер-аккаунт. Его зовут Лоуренс Абдунский. Такой намек на Лоуренса Аравийского, наверное, который там поднимал местных жителей на борьбу неизвестно с кем. Далее общеизвестно, что Foreign Office, то есть британский МИД, имеет кота по имени Пальмерстон, который также ведет Твиттер с десятками тысяч подписчиков, донося точку зрения Британии на международную политику. В связи с этим вопрос, вот, учитывая всех этих медиакотиков, планирует ли МИД РФ давать зеркальный или асимметричный ответ? Ну, например, будет ли генеральное консульство РФ в Хьюстоне заводить какого-нибудь техасского мейн-куна, чтобы он вот тоже в Твиттере там доносил нашу позицию? Ну, вы знаете, у нас, в принципе, дипломатов хватает, которые занимаются информационной работой. А если говорить о тенденции, которую озвучили в отношении Великобритании, ну, она достаточно опасная. Сначала назначаются на младшие должности дипломатические коты. Также можно дойти и до высших должностных лиц в министерстве. Потом будут коты с визитами приезжать. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна, Меримус, Болгария, Борис Анзов. У меня один вопрос. Недавно на фоне всех событий, связанных с памятником, Крым посетила болгарская делегация с разных уровней, разные политические партии, в том числе был представитель президента Болгарии. Там активно участие занимает болгарство, играют крымские болгары. И недавно даже болгарская партия «Атака», которая является правящей партией, они признали Крым российским в день Святого Валентина. Имеется в виду день влюбленных. Как бы вы прокомментировали
это. И также болгарский президент выступает против снятия санкций с России. А по поводу санкций, вы нашу позицию знаете, нам непонятно, собственно говоря, мотивация их введений. Мы не понимаем четкого, так сказать, формулировки и вообще какого-то смысла в том, что они введены, не ведем переговоры об их снятии, потому что, еще раз говорю, не мы их вводили, нас не спрашивали, и объяснять-то, собственно говоря, объясняли очень путанно, для чего они введены. То есть не под какими мотивами, а конкретно для чего они введены. Поэтому вопрос санкций я даже комментировать больше, наверное, не буду, потому что я думаю, что за вот эти годы, когда государства Евросоюза и некоторые государства, которые солидаризировались с позицией Евросоюза, ввели санкции, вот за эти годы уже пришли конкретные цифры, так сказать, которые отражают тот самый удар, который сами себе же эти государства и нанесли, сократив и максимально урезав взаимодействие с Россией, получив в ответ контрсанкции, контрмеры, ответные меры. Поэтому это традиционная наша позиция. Я, опять же, не буду ее здесь долго комментировать и развивать. А первый ваш вопрос был относительно Крыма. Еще раз мы можем только призвать и пригласить всех приезжать в Крым для того, чтобы своими собственными глазами, через контакты с людьми, гражданами, людьми, которые там жили на протяжении десятков лет, убедиться в той, где-то убедиться, где-то подтвердить свои сомнения, где-то развеять эти сомнения относительно истинной картины ситуации в Крыму. Приветствуем. Будем делать все от нас зависящее для того, чтобы содействовать подобным поездкам. Так сказать, если нужно содействие по линии внешнеполитического ведомства, мы его будем оказывать. Если есть желание посетить, так сказать, регион, посетить Крым без участия представителей исполнительной другой власти Российской Федерации, то тоже можно сделать. Поэтому только приветствуем подобные прямые контакты. Еще раз говорю, наша самая главная цель – сделать так, чтобы представители мирового сообщества, которые, как мы видим, так озабочены ситуацией в Крыму, имели возможность сами удостовериться, убедиться в том, как развивается там ситуация, что там происходит, как развивается экономическая ситуация, как развивается ситуация с имплементацией целого пакета законов, которые обеспечивают дополнительные права и гарантии, очень важные в правочеловеческой сфере жителям Крыма, как обстоит ситуация со свободой слова, сами своими собственными глазами, ушами могли бы воспользоваться для того, чтобы оценить эту ситуацию. И на основе этого сделать соответствующие выводы, которые могли бы лечь уже в какие-то доклады, которые делаются и в национальном качестве, и готовятся для международных организаций. Потому что то, с чем мы сейчас имеем дело, и на чем основывается критика Российской Федерации, все это сделано дистанционно, как правило, без ссылок на людей, которые там живут, со ссылками на людей, которые там давно не живут или вообще никогда не жили, используются какие-то вообще невозможно сказать, какие-то непроверенные факты, вообще не являются фактами, некие данные, предоставленные некими организациями. Еще раз, мы только за прямые контакты. Нужна будет помощь Министерства иностранных дел, содействие любое, мы готовы его оказать. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Информационное агентство «Евразия Дейли» позавчера исполнилось 22 года от подписания мирного договора в Дейтоне. В интервью «Немецкой волне» накануне этой даты президент Республики Сербской Милорад Додик назвал Боснию и Герцеговину нефункциональным государством и добавил, что Дейтонские соглашения не соблюдаются в том виде, в котором они были подписаны. Как вы оцениваете
оцениваете этот документ на практике 22 года спустя? Вы знаете, давайте я возьму этот вопрос. Он все-таки носит такой исторический оттенок. Мы, безусловно, вам ответим. Что касается этого комментария, то вы прекрасно знаете, что у нас развиваются отношения с Боснией и Герцеговиной. Они развиваются в различных направлениях. Поэтому относительно того, является это государством или не является, это... Эти оценки мы оставим за скобками, так как Российская Федерация развивает отношения с государством Боснии и Герцеговины, делает это в различных форматах. А по относительно, так сказать, исторической оценки, более такой развернутый материал я вам, безусловно, предоставлю дополнительным. Да, нет, у нас нет, абсолютно нет вопроса, является ли государством или нет, потому что оно международно признанное. Конечно. Просто оценка самого Дейтонского соглашения, насколько оно соблюдается. Да, безусловно, я попрошу экспертов и очень оперативно вам постараемся предоставить этот материал. Да, пожалуйста. Анна Усанова, информационное агентство «Москва-Бакова». Мария Владимировна, вот продолжая вопрос коллеги, действительно активность по Нагорно-Карабахскому регулированию была 2 недели, особая дипломатическая активность. Мы видели сообщения по итогам встреч, но все-таки вы могли бы вот резюмировать? Визит был в Москву, визит был в Азербайджан и в Армению. Да, я могу сказать, что резюмировал Сергей Лавров, сделал он это и в Баку, и в Ереване, с соответствующими разъяснениями, стенограмма доступна на сайте. Честно говоря, добавить по этой теме больше нечего, кроме одного, что, вот как вы говорите, эта активность там на протяжении 2 недель, она не вызревает непосредственно вот в эти 2 недели. Для того, чтобы вы увидели активность, которую вы видите через экраны телевизоров, которую вы слышите на пресс-конференции, для этого предстоит большая работа текущая в таком текущем формате на рабочем уровне. И она, конечно, занимает не недели, а она, собственно говоря, ведется постоянно. Вот когда эта работа текущая дает соответствующие результаты, тогда появляется та самая активность, которую вы видите уже на экранах. А так она ведется постоянно, и для нас тема Нагорно-Карабахского регулирования, как вы знаете, является одной из приоритетных, так как она касается двух дружественных нам государств, народов, с которыми мы развиваем отношения и очень хотим, чтобы этот проблемный вопрос был наконец урегулирован. Чем раньше, тем лучше. Ну, естественно, на тех основах, о которых мы неоднократно говорили. Да, пожалуйста. Герман Пролов, Федеральный агентство новостей. Вот хотелось бы поговорить о политике Гугла. 3 недели назад задавал вопрос по поводу блокировки новостей нашего издания на этом ресурсе. Вот сейчас мы уже говорим о деранжировании. Мария Владимировна, по вашему мнению, можно ли расценивать прошлую агрессию Гугла против нашего издания как подготовительный этап этой стратегии информационной селекции российских СМИ? Я вам не могу сказать, что у нас есть конкретные оценки, которые я могла бы назвать идентичными вашим. Мы видели, что эта ситуация была урегулирована в кратчайшие сроки, и были даны соответствующие, как я понимаю, разъяснения представителями компании Google непосредственно вашему средству массовой информации. И насколько, опять же, можно... Ну, проблема в том, что мы видим разные оценки и слышим разные оценки, которые звучат от различных представителей Google. Поэтому если говорить и ориентироваться на те оценки, которые мы слышали вот по делу вашего средства массовой информации, то там компания заверила, что этот вопрос урегулирован, он носит технический характер, не имел какой-то политической подоплеки. Но если таких случаев будет все больше и больше, то, конечно, нужно будет уже говорить о системном подходе компании к всем российским средствам массовой информации. Вот сегодня мы говорили о Russia Today и Спутник, но, конечно, то, что делает компания Google в отношении Russia Today и Спутника, это часть большой общемировой картины. Она не общемировая, она, конечно, идет с Запада. Это одна из частей большого такого пазла.
один маленький фрагмент наступления, которое мы видим со стороны западных государств, это и Вашингтон, это, к сожалению, и Франция, на российские телеканалы. Еще раз говорю, что если это такой же подход, который мы видели к вашему средству массовой информации, Crash Today и Спутник, будет Гуглом применяться и к другим российским СМИ, то, конечно, надо будет говорить о системности и о том, что это, конечно, часть общей цензуры кампании в отношении всех российских СМИ. Чего очень бы не хотелось, потому что, еще раз говорю, учитывая масштабы компании Google, учитывая ее технологический уровень и возможности, это создает непосредственную угрозу мировым средствам массовой информации. Нельзя, категорически недопустимо торможение в распространении информации, селективный подход, который основан на искусственном использовании технологического инструментария в отборе новостей. Это цензурирование. Да, это цензурирование иного технологического уровня, но все равно это цензура. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Южнокорейское информационное агентство Yonhap. Снова вопрос про Северную Корею. Сейчас северокорейские граждане, которые приехали в Россию на работу в сентябре этого года, находятся под угрозой депортации из-за санкций без ООН. Есть информация, что российская сторона как-то решает этот вопрос, можете прокомментировать и рассказать? Нет, вы знаете, мы уже комментировали этот вопрос непосредственно для вашего средства массовой информации. Граждане Северной Кореи, как и граждане других государств, которые находятся на территории нашей страны, в частности, по неким рабочим квотам, рабочим визам, выполняют определенный вид деятельности, они, так сказать, их нахождение на территории России регулируется российским законодательством. И мы неоднократно говорили, что все это делается законно на основе соответствующего российского законодательства. Поэтому я, честно говоря, не вижу никаких здесь возможностей для сомнений или поисков каких-то противоречий. Еще раз говорю, мы неоднократно об этом говорили. Да, есть какой-то дополнительный вопрос? Да, пожалуйста. Добрый день, Мария Владимировна, телеканал Russia Today. Если позволите, два вопроса по сирийскому урегулированию. Все как один сейчас заявили о победе над ИГИЛ и Российская Федерация, и Соединенные Штаты, и Сирия. Кто же все-таки сыграл решающую роль в этой победе? Коалиция, Россия или национальные силы? И сразу второй вопрос, если позволите, в дополнение к одному из предыдущих вопросов о продлении присутствия американских войск на территории Сирии. Вашингтон-Пост сообщает о том, что администрация приняла такое решение для поддержки сирийских демократических сил с целью создания местного самоуправления, которое не будет подчиняться правительству Асада. Какова будет реакция России, учитывая то заявление о поддержке единства Сирии, которое было сделано Кремлем и Белым домом после телефонного разговора Путина и Трампа, и как это может повлиять на межсирийские мирные переговоры? Спасибо. Вы знаете, что касается телефонных разговоров главы нашего государства с другими главами государства, как вы знаете, это компетенция администрации президента. Еще раз хотел бы на это обратить ваше внимание. Что касается публикации «Вашингтон-Поста», я так понимаю, речь идет о статье 22 ноября. В этой публикации у нас действительно были вопросы, тоже просили прокомментировать. В этой публикации со ссылкой на анонимные источники в администрации США утверждается, что американские власти планируют не выводить свои войска из Сирии после разгрома ИГИЛ и учредить новую власть на севере страны. Я хотела бы сказать, что, честно говоря, непонятно, почему газета ссылается на неких неназванных представителей администрации, когда министр обороны, я сегодня об этом говорила, Джеймс Мэттис 13 ноября просто открытым текстом сказал журналистам, что американские военные не уйдут из Сирии до, цитирую, «прогресса в политическом урегулировании, условия достижения которого США, очевидно, будут определять произвольно, как мы понимаем, как мы так поняли». Мы уже неоднократно обращали внимание Вашингтона, что подобные заявления вызывают
вопросы, большие вопросы о истинных целях нахождения вооруженных сил США и коалиции в Сирии. Я сегодня уже об этом говорила, скажу еще раз, что с точки зрения международного права Соединенные Штаты Америки находятся в Сирии незаконно. Они делают это не просто без наличия соответствующего разрешения или приглашение со стороны Дамаска, официального Дамаска, того самого Дамаска, чей официальный представитель работает на ежедневной основе в Организации Объединенных Наций, я имею в виду, представляет свою страну. Но они делают вопреки воле законного правительства Сирии. То есть вопреки воле находятся там, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований. То есть фактически, вот если говорить в чистоте, так сказать, формулировок, то ведут себя как близко к понятию оккупации, когда вооруженные силы находятся и ведут активные боевые действия на территории другого государства, при этом другое государство не дает соответствующего разрешения, и международные институты, а именно Совет Безопасности, также не делегировал таких полномочий, то это называется оккупацией. Еще раз повторю, никакого, опять же, вопреки заявлениям представителей американских силовиков о том, что якобы, мы это, по-моему, даже комментировали недавно, о том, что якобы Организация Объединенных Наций дала некое разрешение Соединенным Штатам Америки, так вот, опять же, никаких санкций на присутствие США в Сирии от Совета Безопасности ООН, единственного органа Организации Объединенных Наций по уставу, уполномоченного принимать решения, подобные решения об использовании военной силы международным сообществом, нет никаких таких решений, нет и не было. И никакого права, собственно говоря, у них, соответственно, и нет там находиться. Конечно, особое беспокойство вызывают планы создания в районах Сирии, подконтрольных и опекаемых Вашингтоном вооруженным группировкам, неких самостоятельных органов власти, которые не подчиняются Дамаску, и делается все это без согласия местных жителей. Мы говорили об этом неоднократно, но хотели бы еще раз подчеркнуть, что это, конечно, прямой путь к расколу страны. Вот в то время, когда часть международного сообщества, и вы это видели вчера, в Сочи в ходе встречи на высшем уровне, пытается так или иначе консолидировать общество, делает все для того, чтобы предоставить площадку, возможности для диалога различных представителей оппозиции, бывших экстремистов, которые сейчас складывают оружие, и официального Дамаска, делают все для того, чтобы создать нужную атмосферу для переговоров о будущем Сирии с самими сирийцами, которые бы велись. С другой стороны, мы видим подобные заявления, которые идут из Вашингтона, которые, к сожалению, опять же, подкрепляются действиями на земле. Еще раз повторю, с нашей точки зрения, это прямой путь к расколу, и в этой связи мы вынуждены напомнить нашим американским коллегам, что в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, которая определяет параметры сирийского урегулирования, США, как, собственно говоря, и все международное сообщество, обязались, безусловно, соблюдать краеугольный принцип уважения территориальной целостности Сирии. Делать это в теории и на практике. Да, пожалуйста. Добрый день, японская деревня Саппоро. Позвольте продолжить тему межсирийского внутреннего диалога. Я понимаю, как вчера нам сказали на совместном заявлении по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, что пока дата находится в стадии проработки, но все-таки когда примерно? Можно ли в этом году ожидать, или вот журналистам лучше брать билеты в Сочи на следующий год? Вы знаете, мы заранее оповестим вас, когда брать билеты в Сочи, по одной простой причине, потому что в этом же мы в первую очередь и заинтересованы, чтобы вы туда прибыли вовремя, чтобы вас комфортно там разместили, встретили и так далее. Поэтому не гадайте, спокойно занимайтесь планированием своей жизни и знайте точно, что за
достаточное для подготовки и бронирования билетов время, мы вас оповестим. Я достаточно дипломатично, но при этом прозрачно вам сказала. Еще один вопрос в положении той же темы. Насчет состава участников. Ведь сначала появлялись некие списки, потом они были все-таки удалены. Да. Вот. С учетом сложности всего этого согласования списков, можно ли ожидать участия группы из Риада, и с учетом позиции господина Эрдогана, можно ли ожидать участия курдских представителей на этом мероприятии? Мы исходим из того, что это мероприятие должно быть действительно с таким с большим, хорошим охватом всех представителей различных групп оппозиции, конструктивной оппозиции, бывшей вооруженной оппозиции, той оппозиции, которая готова переходить от насильственных к мирным методам построение будущей новой Сирии только с одной целью, потому что это и есть гарантия того, что данная конференция, данное мероприятие пройдет с конкретным результатом. Это будет не просто успешное, красивое мероприятие для журналистов, под камеры, с хорошей организацией, но что оно действительно будет способно прийти к хорошим конкретным результатам, конструктивным, которые могут быть, знаете, как бы создать такой надежный фундамент для построения вот той самой Сирии, о которой мы столько раз говорили. Единый, целостный, территориально целостный, в которой место было бы и равные права для представителей различных конфессий, различных национальных групп, общественных объединений и так далее, и так далее. Светского государства. Поэтому действительно вначале были опубликованы списки тех организаций, тех структур, тех групп, которым могли бы быть направлены приглашения, с которыми была начата соответствующая работа. Такое, знаете, было глобальное приглашение к диалогу, на основе которого, на основе откликов на эти приглашения, и, собственно говоря, началась практическая работа по подготовке этого мероприятия. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария Владимировна, Японское информационное агентство GGPS. Анастасия, можно ли уточнить по поводу предстоящих переговоров глав МИД Российской Федерации и Японии? Какие вопросы Сергей Викторович планирует затронуть в ходе данной встречи? Ну, в общем плане, я, конечно, могу сказать, что, безусловно, сконцентрируется на двусторонней повестке, будут рассмотрены международная повестка, конечно, и ситуация в регионе, и, безусловно, ситуация на Корейском полуострове, и, безусловно, вопросы сирийского урегулирования и многие другие актуальные вопросы международной повестки. Но это краткая, это, так сказать, базовая информация, а более дополнительную, детальную мы, как я сказала, я думаю, что вот в ближайшее время опубликуем на сайте министерства. Если больше вопросов нет, то позвольте с вами прощаться до следующих наших встреч. Спасибо.